уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании Дикмил, и с вами я, Артур Изятуллин. Мировые центральные банки, отложив планы по ужесточению кредитных условий в долгий ящик, приказали, будем так говорить, инвесторам искать доходность на развивающихся рынках, что вновь сделало Carry Trade одним из лидеров прибыльных стратегий в 2019 году. Но сколько еще может это продолжиться, встает такой разумный вопрос. И следует отметить, что снижение волатильности на фондовых рынках США и Европы должно продлиться еще некоторое время из-за ряда высказываний и прогнозов Европейского центрального банка и ФРС, которые могут быть однозначно интерпретированы в пользу сохранения ставок на текущем уровне некоторое время или даже снижения ставок. Для Европейского центрального банка это стало сокращение прогнозов по ВВП и инфляции на 2020-2021 год на последнем заседании, а также сигнал к новому раунду операции долгосрочного рефинансирования банков, то есть гибким и таким мелкомасштабным мерам смягчения. На этом фоне разговоры о повышении ставок, по крайней мере, посылали бы конфликтный сигнал рынкам и затрудняли бы интерпретацию политики ЕЦБ. ФРС, в свою очередь, заявила о скором завершении процесса сокращения баланса активов на балансе, то есть выключения режима автопилота, который применялся к процессу сокращения активов, о котором глава ФРС Джереми Пауэлл говорил в декабре. Причиной такого решения также была упомянута противоречивость в политике регулятора, где пауза в повышении ставок, обозначенная в январе, сочеталась со все еще ужесточающим характером снижения активов на балансе. То есть конфликтный сигнал для рынков, образовавшийся, ФРС вскоре призвала трактовать в пользу дальнейших медвежьих изменений в политике. Другими словами, переход баланса активов под ручной контроль в данном случае служил важным подтверждением, что пауза в ужесточении политики займет длительное время. Необходимость Центрального банка давать связывающие обязательства, в том числе для сохранения репутации и доверия к себе и корректной трансмиссии решений денежной политики. Это, в свою очередь, становится завершающим витком, будем так говорить, в рассуждениях, почему крупные центральные банки обеспечили и будут еще некоторое время обеспечивать кэрри-трейду большую популярность. Согласно данным банка HSBC, кэрри-трейд уже принес инвесторам около 5,5% дохода по валютам, которые у нас находятся в зеленой зоне, которые выросли с начала 2019 года за счет доходности активов, номинированных в этих валютах, а также валютной прибыли, то есть из валютных колебаний. А в то же время 2018 год отметился отрицательной доходностью для кэрри-трейдеров в размере минус 1,4%, очевидно, за периода повышения ставок ФРС. Банк французский BNP Paribas предсказывает, что краткосрочный тренд крупных экономик не войдет ни в экстремальную зону роста, ни в зону сильного снижения, поэтому carry trade остается привлекательной возможностью заработать. Но если дифференциал доходности достаточно высок, чтобы привлекать инвесторов в carry trade, то фактор предпочтений, то есть риск, может вскоре их отпугнуть. В первом списке рисков числится торговый конфликт США с Китаем в пользу растущих шансов реализации данного риска. Говорит отсрочка дедлайна по переговорам до июня этого года. Об этом свидетельствуют последние новости, которые поступили от Белого дома, от Трампа конкретно. Вторым является угроза ускорения инфляции или возросшие кредитные риски активов долго развивающихся стран, опять же, в результате последствий замедления мировой торговли. Несмотря на возможные угрозы, инвесторы набрали длинных позиций по мексиканскому песо на 2,3 миллиарда долларов против доллара с начала января этого года, показали последние данные
от комиссии по ценным бумагам США. Нетто-позиция по рублю также выросла с практически нулевого уровня до 20,6 тысяч позиций на торговой неделе, оканчивающейся 15 марта. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.